Всем доброе утречко, дорогие мои ребятушки. Вот так у нас пасмурно, небо темное. Всю ночь барабанил дождик, и сейчас на какое-то время затишье, и ожидается снова дождь. Листики еще все на месте, на улице плюс 10. Я сегодня приготовлю овсяный блин. У меня есть кофемолочка. Кстати, знаете, самая-самая простая. Покупали в Светофоре. Не помню, сколько она стоила. 300 рублей, что ли, с копейками. В общем, производство по Беларуси. И продается в Светофоре. Купила я ее давненько, а вот использовать буду впервые. Показала она себя хорошо. Хотя мне поначалу показалось, что очень медленно как бы крутится, но я ошибалась. Намолола я 3 ложечки столовые без горки самого простого геркулеса. Сейчас добавлю несколько ложечек молока, капельку, щепоточку прямо соли и яйцо. И будет у меня овсяный блин. Вот такое тесто получается, ребята, как на блинчики. Кстати, овсянку молоть вообще не обязательно. Можно просто целиком положить 3 столовые ложки овсянки, миллилитров 50-60 молочка и 3 яйца, и щепоточка соли. И все. Сейчас настоится 5 минут, и можно выпекать наши блинчики. Или один большой блин. Распределим капельку растительного маслица по сковороде. Первый блинчик пошел. Переворачиваем. Наш блинчик подрумянился, ребята. Снимаем такой красавец. Перемешаем наше тесто овсяное. Второй блинчик переворачиваем. Третий блинчик будет из остатков, ребят, поэтому он будет с дырочками. Блинчики готовятся мгновенно, так же, как и обычные тоненькие блины. Поэтому не забывайте вовремя их переворачивать. Получилось у нас с вами 3 блинчика, ребят. Вот, 3 блинчика. Эти блины можно есть самостоятельно, можно с вареньем, можно с чем-то мясным, не знаю, с чем вам угодно, можно с сыром. Налила себе, ребята, черного чая, не пакетированного, а заваривала в заварничке. Нарезала несколько вот таких тоненьких ломтиков сыра. Они прям, можно сказать, прозрачные. Ну и посмотрим, смогу ли я съесть хотя бы блинчик, а может пол блинчика осилю. Посмотрим. Приятного всем чаепития, приятного всем завтрака. Сегодня у меня ночка была совсем бессонная. Я еще ни капельки не спала, хотя время, ребята, 8 утра. Очень сильно у меня болели всю ночь ноги. Я их мазала, но что-то не особо помогало. Так что, наверное, я сейчас позавтракаю. И, может быть, я даже усну. А может, и не усну. Всем прекрасной пятницы. И пусть ваша рабочая неделя завершится легко. Голос пропадает, надо, ребят, чайку попить. Ну вот, ребят, честно показываю, съела один блин. Эти 2 полных, которые блинчика, они на месте. Наверное, Дима их вечером скушает. Ну, а я съела вот этот последний блинчик, который был не совсем целым.